перепелки решили закопаться вдвоем. Меня увидели и остановились. Давай, греби. Вот я не знаю, что это они такое делают. То ли к холодам закапываются, то ли гнездо строят. Беленький это мальчик, коричневая девочка. Это китайские пестрые перепелки. Они живут дома. Уже третий месяц пошел. Чувствует себя отлично. Было 3 штуки. На второй день после покупки на ярмарке одна птичка, девочка голубого цвета, умерла. А эти 2 шикарно себя чувствуют. Кушают корм. Не перепелиный комбикорм, они его не любят. Да и крупный он для них. А обычный для попугаев. Яйца они не несут. Ну и не надо. Вот такие они. Строят что-то. Девочка по парню все время топчется, как так и надо. На подстилке у них там сухая трава. Когда свежую траву приносишь и ложишь им гнездо, для них это просто праздник. Вот так вот. Вот так вот мы закапываемся. Это у них там огрызок яблочный лежит. Любят они яблоки. Вот так вот. То ли это они так перья чистят, я уж не знаю. Мальчик особенно старается.